Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры Resident Evil HD Remastered. С вами Андрей Доцент. Ну что, давайте-ка вернемся теперь в наш особняк. Мы встретили Вескера, замочили сорняк, вырвали его нафиг, просто на корню его убили. И теперь нам надо вернуться назад. Потому что у нас есть ключик от особняка. Надеюсь, наш путь назад ничем не осложнится. И все-таки мне интересно, если я возвращаюсь назад, ну, допустим, да, то как же быть с водопадом? Ведь он по-любому должен как-то быть задействован, разве нет? Собаки... Опа-на, Брэд. Криста, Брэд, can you hear me? Брэд! Damn! Брэд! Хлеб по-английски. Так. Давайте-ка продолжим свой путь к замку. Все-таки где-то летает вокруг нас Брэд. Я не знаю, сколько у него там топлива, если он до сих пор умудряется кружиться. И пес спит. Вот и тихо, отвали ты нафиг от меня, ну-ка. Ножик ей. Нож ей в зубы. Ух ты. Ух ты, отвалит от меня! Ножик ей, вот так вот! Тварь эту! Так, куда сваливать-то? Ага. Нам, по-моему, только один выход. Так, стойте, надо перезарядить. Блин, а у меня патронов не густо. Офигеть. Ну ладно. Выхода у нас особого нет. Нужны патроны. Так. Ой, ой! Блин, они... Ух ты, укусили, отравили. Да отвалите вы, сколько вас тут, а? Все, отравлен. Обалдеть, змей-то повалило сколько, а? Ну да, отравление. Мать его. Что же делать-то? И ничего рядом-то и нет так такового. Ну ладно, до замка доберемся, до особняка. А там, я думаю, проще будет. Собаки еще эти чертовы. Взялись откуда-то на мою голову. Меня хоть ножик спас. Все-таки не зря я его подобрал. Надо чем-то вылечиться, так дело не пойдет. Я сейчас. У меня он сейчас будет отравляться и так сдохнет. Ух ты! Ух ты! Нифига себе! Так. Хочу взять. Так. А вон записочка. Опять что ли от Вескера? Так. Ага. Гранату. Гранату бери. Отлично. Есть световые гранаты, уже радует. Так, надо вылечиться. Я отравлен. Блин, зря я вылечился. Что тут в записке сказано? Используй это для защиты себя от той живущей твари в цепях. Я починил дверную ручку. Теперь ты можешь пройти. Вескер. Какую ручку? Назад в замок, что ли? Она что, была закрыта? Да ладно. Ну ладно. Закрыто так закрыто. Что я могу тут сделать? Так, это вот, я думаю, забрать нам или нет? Ну давайте возьмем. Один фиг. Нам еще не скоро идти. Так, надо вспомнить, куда нам... А, ну тут, в принципе, все рядом. Тут все рядом. Добраться бы до места сохранения, взять травы. Так. Что такое? Ох, ни хрена. Это что? Ой. Вот, вот это вообще не... Вот это... Ой-ой-ой, прям за мной. За мной идет. Твою мать. Есть. Ох ты, тварь.
Нифига себе! Вы откуда взялись? Сдох. Ууу, это вообще, короче, знаете, реально это тут такие моменты в этой игре, это просто, я не знаю. Не то, что убивает, не ожидаешь такого. Так, надо как можно быстрее попасть в нашу зону с лечилкой. Иначе загнусь ведь к чертям. И никакой спрей не поможет. Вот почему спрей сразу не помогает? Так! Стреляй! Все. Господи, как же они мне напоминают этих, а? Из Зов Ктулху игра была. Я на канале есть. Глубоководные эти твари. Ох, как они похожи, а. Что те выбешивали, что эти. Так. Хватаем траву. Траву хватай. Где синяя травка? Да ладно, вы что хотите сказать, что у меня синей травы нет? У меня же должен был остаться последний этот сверточек. Так, 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 не верю. Вот смесь трав. Лечись. Все, вылечились. Так, ну хотя бы до отсюда добрались, это уже радует. С патронами беда. Беда еще та. Рукоятку можно убрать, эту я не знаю, оставить или нет. Ну ладно, оставим. Патроны для магнума. Старый ключ. На кой черт он мне нужен? Так, короче, мне вот это вот положение дел вообще не радует. Какие-то твари появились. Как... Мне на них просто пуль банально не хватит. Так, куда же мне надо вернуться-то? Что же открыть-то? Стойте-ка. Изучим. Здесь нет ничего необычного. Ключ от особняка. А от какой двери? Хрен его знает. Хм. Можно будет попробовать в порядке, как говорится, очередности, где чё охватим. Но просто неохота этих тварей встречать. Старая печатная машинка. Сохранится ли? Да нет, думаю, не будем сохраняться. Так пробежим. Чё уж. 20 раз. Тем более сохранений у нас, как вы видите, не очень-то и много осталось. Так, экипировать. Я знаю откуда. Это мне надо идти все-таки в главный зал. По всей видимости. Либо в обход. Иначе никак. Ну давайте поднимемся. Ой, появились твари на мою голову, а. Чтобы их... Что тут есть еще где? Ну давайте посмотрим, что у нас в этой двери. Может тут что-нибудь интересное найдем. Главное, чтобы не было там никого. Так. О, открыто. Так. Это хорошо, что мы сюда пошли. Так, уже интересно. Может, какие-нибудь припасы найдем? Мне они сейчас позарез нужны. Патроны нужны только так. И что-то такое, короче, это... Я не пойму. Ой. Ой, 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 ой. Давайте сбегаем. Что это такое? Здесь кнопка, хотите нажать ее? Да. Быстрее назад. Толкаем. Толкай. Толкай. Назад. Так. Здесь кнопка. Хотите нажать ее? Да, хочу. Быстрее. Быстрее заходи. Вот так вот.
отлично. Так. Да ладно. Сфигали. Что я не так сделал? Почему она? Так, понял. Двигай, двигай. Понял. Короче, надо нам поставить ее на... То же место, где и до этого. Ну, где это стоит? На аналогичное. Надо только успеть. Так. Назад. Не успеваем. Не успеваем. Так, давай еще раз. Ходим быстрее. Тут главное на скорость. О, нет. Ха, она сдвинула мою статую, по всей видимости, да? То есть мне надо сейчас успеть за один раз. Ой, ну ж ты чё? Да не, это вообще, вот это сейчас, конечно, у меня камера это подвела просто так. Я не знаю. Быстрее. Так. Нет. Еще раз давай. Двигай. Да чтоб твою налево. Боже ж ты мой, дай мне сил, а? Чтобы эта камера меня так не подставляла. Раз, два, три. Да чтоб тебя, а? Ух, эта камера, как она выбешивает-то, а? Смотрите, что делает, а? Вообще просто не повернуться. Так. Давай. Так. Опа. Все. Фу. Хорошо. И ради чего? Ради гранаты? Я тут пыжился ради гранаты? Яма под ногами, спрыгнуть? Давайте спрыгнем. Книжку нашел. Что тут у нас написано? Вы хотите взять последняя книга, том 1? А это что у нас такое? Я не могу выйти, я перепробовал все, все возможные пути побега. Так, я был везде. Угу. Сперва я не хотел верить глазам, но знакомая туфелька на высоком каблуке в коридоре, это был как рефлекс. На ум пришло одно. Джессика. Так, я не хочу постигнуть, что их постигла моя участь. Так. Проектор особняка... Фу, господи, архитектор особняка, что ли, пишет? Так, ну и чё он там? Джордж Тревор. Угу. Джессика, Лиза, простите меня. Я втянул вас. ТДТП на маленькое выгравлено имя. Здесь есть кнопка. Ну, жмем.
И что у нас тут? Лестница? Ну что, куда-то сейчас спустимся, что ли? Ну давайте посмотрим. У меня всего 5 пуль, надо вот это иметь в виду. На длительный бой я не способен. Я просто не вытяну. Что за звук? Вот только 5 хватало, а? Есть. Ну, подождем, пока он там. Кто-то еще есть. Угу. Ох ты. Ну, как всегда, а? А, нет, не отравлен. Пока что. Что, здесь, что ли, паук? Ой, блядь! А вот это не есть хорошо. Карту. Карту хватай. Взяли карту, отлично. Сброшенное, чё? Патроны бери. Отлично. Заряжай. Сейчас будем мочить. Вот так вот. Все. Сложился паучок. Спайдермен, Спайдермен. Так, куда нам? Сюда идти. Давайте. Посмотрим, что у нас тут. Господи, блуждаем где-то, где ни попадя. А тут что у нас? О-о-о. Зомбаки. Давно я вас не видел, твари. Нет! Нет. Это я куда сейчас попал-то? Так, вы открыли дверь. Ну, давайте глянем. Это часом ли я не на кухне сейчас появлюсь? Где мне тогда засаду сделали? Точно. Знакомые места. Так, ну допустим, если я появился здесь, то должно быть что-то в той стороне. Наверняка что-нибудь интересное. Жалко то, что ножик потратил. Причем, наверное, зря. Опа. Так. Ага, вот как с вами надо разбираться-то. Так, а тут что у нас? На источник питания. Питание восстановлено. Во! Я питание запустил, по всей видимости. Так, ну это здорово. Давайте возьмем теперь наши эти. Ну, по крайней мере, синюю траву точно надо взять. Конечно, хватай. Вот так вот. Я их могу между собой сейчас смешать без отсутствия... В отсутствии зеленой травы. Ну-ка. Вот, блин, что за... Долбоевизм. Опа. Есть, и увернулись. Подгадали момент и увернулись. Это было технично. Но я чего-то опять упустил. Что же это могло быть? Патроны? А я больше не могу взять. А, ну сейчас я тут поднимусь, в принципе-то, господи. Поднимусь, сбегаю, тут же у нас рядом все находится. Теперь-то. Как их там? Сохранение-то рядом. Сейчас пробежимся. Возьмем, скинем траву. Вернемся за магазином. Сейчас все ништяк будет. Так, ну я установил питание лифта. Это, конечно, здорово. Но куда оно ведет? Вот это уже другой вопрос.
Так, сюда. Камера, не подводи. Ради бога. Твою мать. Вот только тебя-то мне не хватало. Вот это спаскуда. Откуда ж вы беретесь? Все, сдулся. Так, сюда нам? Нет, не сюда. Так вы гляньте, он нафиг выбил дверь, теперь эта локация одна стала. Здорово. Так, ну тогда давайте-ка сюда. Хотя бы теперь не надо в двери заходить. Они, видите ли, двери выламывают. Совсем обнаглели. Ну сейчас, если он появится, я его не завалю. У меня всего-то осталось-то. На пару выстрелов. Господи, взялись твари на мою голову. Как мне с ними теперь быть? Дробовик? Патроны кончились. Магнум тратить неохота. Так, давайте-ка мы возьмем вот так вот. Карманный пистолет, что ли, взять? Да ладно, по-моему, будет уже издевательство. Так, стойте, надо смешать. Объединить. Вот так вот. Объединили. Сбрасываем. Сбрасываем эту траву. Хватаем еще зеленую, смешиваем с красной. Ща мы тут понаделаемся лечилок. Жалко, что их много нельзя с собой взять. Это, конечно, да, это обидно. Так, где там патроны? Патроны, патроны. Мне нужны патроны. Вот они. Вот, хорошо. Еще есть патроны? Неа, больше патронов нету. Облом. Ладненько, ну, думаю, здесь мы с вами закончим, а продолжим в следующих сериях. Я с вами прощаюсь, с вами был Андрей Доцент, не забывайте подписываться, ставить лайки, заходите в группу ВКонтакте, а кому интересно, то и в Твиттер и Фейсбук, ссылочки в описании. Все, друзья, всем пока!